Я вижу камень душ. Мне кажется, эта штука заряженная ловушка. Да. И вторая тоже. Нет, не сбиваю. А искрами... Искры, по-моему, сбивают. Да. Отлично. Иди сюда. Искры — это вещь. Блин, там что-то интересное. Там, по-моему, человек. Эй! Есть там кто? Нету. Я уверен, что если бы кто-то и был, то он бы быстренько согрелся на меня. Но нет, никого нет. Тебе удалось далеко пройти, смертный. Несомненно, ты хочешь пробраться в святилище по тем. С этим я могу помочь. Видишь ли, нам нужно очень много свежих трупов, чтобы восстановить ее огонь. Не стоит. Что, имбецил? Блин, я вампиризм подхватил. Шлюха ты, тупая. Да зачем я в тебя осколочками-то рублю, а? Вампир-ученик, зараза, ты представляешь, а? Смотри. Заразил меня вампиризмом и сдох. Заразил вампиризмом и сдох. А что, он сюда не идет? Давайте уже быстрее уровень. Ты там где? Вижу тебя, вижу. Молодец какой, а? Отталкивает. Маны нету. Как я хочу уровень-то уже, а? Чтобы нормально. Чтобы нормально пользоваться магией разрушения на новичке. Чтобы мана не так шибко съедалась. Это мой крик. Мне нравится этот парень. Фусрода. Дай-ка я тебя попробую. Вот дед там загасить. Давай, друг, иди сюда, кричи. Молодец, горжусь тобой. Блин, он мощно бьет. Ладно, это бессмысленно. Пошли-ка. Пошли-ка за мной. Иди сюда, Драугр. Он идет? Сюда иди. Хорошо, что я не отлетаю. Блин. Не то. Стой.
Раз уж ты меня заразил вампиризмом, нужна помощь. О, неплохо. Я тебе помогу вот так. Крик нужен. Быстро ты его. Нет, какой-то действительно читерный крик. Не из-за урона, а из-за того, что он быстро откатывается. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Тут был вопрос, либо я, либо он уже. Можно было, конечно, лечиться. Но я только сейчас за лечение возьмусь. Давай, давай, восстановление. Эбонитовый. Эбонитовый щит, эбонитовый топор. До хрена слишком стоит. Ну, жалко себя калечить нельзя. Покалечил, подлечился, покачался. Ладно, перехожу обратно на пламя и давайте дальше двигаться. У нас есть ключ. Нам не нужно будет взламывать эту дверь. Да, наши таланты за счет низкого уровня быстро вкачиваются, но... Переходим на искры. Но мы очень... Мы очень и очень с вами долго качаем уровень из-за того, что он в два раза высокий. Посмотрим на то, как выглядит цепная молния. Блин, тяжко. И стрелой попадают, неплохо. Давай, качайся уровень, пожалуйста. Просто себя королем буду чувствовать. Кюрак, кюрак, давай. Оп, оп, оп. Трать магию, трать. На всех троих попал. И то хорошо. Сложность есть все-таки в битвах против толпы. Сейчас бы им со стрел раскидал просто их. Тут без зелья в никуда. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ни хрена себе. В грудь прям. Да. Ты видела, у меня почти пол хп было. Как ты меня убила? Вот скотина. Ладно. Зараза. А. Почему? Почему я почти не двигаюсь? Заморожен, блин.
Иди ко мне. Какого? Дайте-ка выйдем отсюда. Она пойдет за мной, интересно? Пойдет. Скотина никуда не денется. На лечение, подлечимся. Да свали ты от меня. Охренела совсем. Подруга, ты совсем офигела. Что же еще раз? Да ладно, не попал в тебя, что ли? Как она мощно так бьет. Фу! Эй, да какого? Слетели настройки. Рычаги слетели. Вот это паршиво. Так. Думаем. Умирает она потихонечку, умирает. Во, надо добивать. А я не прощаю. Фу. Хо-хо-хо. Поняла, где тут папочки. А где скелет? Скелет призванный, небось, был, да? Поднятый. И поэтому помер. Да, вот он. Горстка пепла. А второй? Второго она, по-моему, тоже подняла. Говорил я, что быстрее продвигаемся. Оказывается, что как-то ни хренашеньки. Да ёперный театр. Обморожение. Эй-эй-эй. Почти уровень. Хо-хо-хо-хо-хо. Успокойся, дядя. Сейчас я тебя просто... Ай-яй-яй, застрял. Нет. А, у. Эй, ай-яй-яй. Фу-фу-фу-фу-фу. Ушел. Ну ты ж ушел от меня вообще. Держи, Альс. Понял? Куда ты бегаешь вообще, непонятно. Сказал, ты успокоился. Блин, если сейчас... Вот, идеальное зелье лечения. Это хорошо. Какой ты молодец таки, а? Интересно, отопрешь залезть? К урне подойти. О. А вот сюда? А будешь со мной драться тут? Ушел. То есть мы что? Бьем по интеллекту. Воу! Давай,
давай, давай. Драться. А теперь можно и новый уровень. Магия, естественно. А, разрушение. Новичок. Есть контакт. Вот это я понимаю. Вот это мы сейчас будем их поливать. Иди сюда, родной. Вот это поливаем. А потом перейдем, естественно, на более высокий уровень. Фу. Наконец-то. Сейчас будет легче. Сейчас пойдет все. С прокачанным уровнем. Понесется. Головой не ударился. Все трупы. Всех надо постараться обыскать. Что, в принципе, нереально, конечно. Подойди, дружка. Служи мне после смерти. Что здесь? Вампир-ученик. Столько много трупов. Он нехилый денег поднял с мародерства. Тихо. Вы чего это? Вы чего это? Эй. Ну-ка давай легли. Легли. Поливалка включена. Странно, что на своих не работает. Так, остался только ты, дядь. Вот это я понимаю, поливаем. Слышь, опять это полукруглая комната. И имбецил Драугар не додумается залезть сюда. Восстанавливаю магию и гасим его. Куда пошел? Фусрода, 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 рода, рода, ро. Ты где? Куда? Как ты так быстро свалил уже? Серьезно, где он? Он помер? Он что, помер? Стоп. Да, он помер. Это его тело. Круто. Крик добил, видимо. Ну и плюс то, что он подожженный был еще. Сопротивление к электричеству. Не зря же, не зря они дают это. Я считаю, что не зря. Тебе удалось зайти далеко, смертное существо. Но сможешь ли ты выстоять против моих верных приближенных? Вообще не зря. Понимаешь, дура, что я уйду сейчас? Верно, подданные, блин. Я раньше времени и не собираюсь. У тебя не все продумано в этой системе. Бляха! Она опять его... Она опять его оживила. Так, ладно. Вот теперь я начинаю паниковать. Вот теперь надо думать. Наверное, что-то нужно сделать в ее комнате. Блин, с той херней, которую мне дал маг, было бы гораздо проще, я уверен. Ну что он дал? Иллюзия изменения. Да. Иллюзия. Иллюзия.
Может дать им ярость? Атакуйте, деритесь вместе. Деритесь друг с другом. Избегает воздействия ярости. Он еще взял и помер. Ты нормальный? На тебя сил не хватило? А че он с инфаркта попал, а? Ёперный театр. Так, ладно, этого я боюсь. Давайте-ка, пока они тут. Фаспак Динок. Так. Электричество. Раз. Пламя. Два. Погнали, родные, погнали. Погнали в родные степи. Погнали, что-нибудь сделаем. Что-нибудь сделаем мы с ней сейчас. Просто пройду мимо, ты поняла? Твою мать. Не получится просто пройти мимо, да? Про это хочешь мне сказать? Шлюха. Серьезная какая, а? Какая серьезная? Что с тобой делать? Драугард помер. Ах, Кебел, какой ты красавчик. Ту-ту-ту-ту-ту. Хорош, у тебя должна быть мана закончена уже. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Все, последнее идеальное зелье я потратил. Гасись, рыбка большая и маленькая, гасись. Гасись, тварь. Все, умирай. Выбейте ему глаза. Сумасшедшая, что ли? Ты что творишь? Ай-яй-яй-яй, плохая девочка. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Опять такой. Какая же ты плохая, а? Ты знаешь, что у меня имбецил до хрена. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, тихо. Наилучшее зелье лечения. Наилучшее зелье магии. Вперед. Вперед, родной. Вперед, ускоряйся. Ох, ненавижу. Такие сны иногда снятся, когда бежишь, бежишь, и тебя как будто бы что-то держит. Воу! Ты какого хрена тут? Поливаем, поливаем всех говном. И ты еще тут. Давай-ка мы тут подеремся. Некоторые померли, кстати. Некоторые померли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты нехороший, а?
отлично. Сначала крик, потом... Потом крик, ага. Сначала действие, потом крик. О, справился. Что будем делать с тобой? Я сильнее тебя, ты понимаешь? Ой-ой-ой, нет, не вблизи. Сдалека. Сдалека я сильнее тебя. Все, успокойся. О! Задел. Согласен, больно. А хотя такой он. Мой крик как-то пролетел мимо него, по-моему. Это больно, чувак. А тебе смертельно. Эй, там слева кто-то дернулся. Это меч отлетел так. Вот это батл эбонитовый двуручный меч. Да я, пожалуй, возьму. Это можно продать нормально, так нехило. Так. Пошло лечение родное. Как мне с ней бороться-то, а? Как с ней бороться? Вот это мне интересно больше всего. Блин, восстановление не прокачалось. Потому что нужно уже, наверное... Нужно не новичка использовать. Чтобы нормальная хилка была. А, быстрее будет хиляться. Больше маны требовать. То, что нужно. Ну и по прокачке быстрее будет, да, идти, по идее. А значит и... Со временем, а точнее через один уровень, сможем полноправно использовать уже и с хорошим расточительством лечения адепта там или какого, новичка, короче говоря. Ну а пока имеем то, что имеем. Следующим уровнем мы увеличим разрушение еще раз и перейдем на более сильный урон. Ну что, она исчезла, кстати, дверь открылась. Интересно, что здесь произошло, как это было, как это выглядело. Слушайте, а нас даже не убили. Мы как-то даже справились. Да, отходили. Но все-таки. Вот ее скелет. Останки Патемы, ты Патема, ты останки Патемы, ты не можешь драться. Она в меня крикнула что-то. Я тебе смогу вообще бить? Главное, ману лишить ее. Опять кого-то. Кого-то опять подняла, ты посмотри, дрянь какая, а. Будешь еще поднимать кого-нибудь? Самое что удивительное, так это то, что она владеет криком. Серьезно, владеешь криком. Знаешь что? Я тебя сейчас тоже начну кричать очень-очень-очень больно. Иди сюда. Иди сюда. Нет, ей плевать. Тогда лучше смертельный приговор. Пока ману восстанавливаю. Не-не-не-не-не-не-не, исчезни вообще. Исчезни отсюда. Сейчас я тебя поджарю. Как призрака можно жарить, я не знаю, но я это сейчас сделаю. Я тебя просто живого места в твоем неживом месте не оставлю.
Да ёперный тебя, хорош уже стрелять, дайте мне отхиляться. Имей совесть! Дай мне отрегениться, тварь! Скотина! Вкусно. Ой, дверь. Фу, я думал закрыла. Понеслось лечение. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас будет поднимать, смотрите. Шлюха. Ты же не обижаешься? Два крика. Огонь или искры? Огонь или искры? Огонь закончился! Ай-яй-яй. Создала нового. А сама помирает здесь стоит. Все. Фу. Стальной меч электричества пошел на жопу. Все. Патема. Сыграла ты в ящик. Восстановление даже прокачали немного. Фу, вот это да. Вот это был бой. Так бой. Череп Патема. Будем хилять тебя. Так, фолку огнебородову передать стиру останки Патема. Да, вот что нужно сделать. Легенды дома Крейтли. Читали. Стеклянные перчатки истинного карманника. Вероятность успеха кармана кражи увеличивается на 30%. Я не знаю, у меня вот это, эти чары изучены или нет, но я возьму, если что. В крайнем случае, если что, продам. О, под темами. Что тут, нет никого? Вроде как нет. Такой тяжелый поступью герой, справившись под темой, Патема, которую я называл, отправляется домой. Фу. Конечно. Как без этого-то? Тоже? Что, серьезно? Я оживил двоих? Нахрена? Ладно. Плюс один. С тобой что-нибудь надо сделать. Не идет? Иди сюда. Да иди сюда, не бойся. Вот он, я тут. Да, отличный план. Я то же самое хочу сделать. Иди. Так, ладно, подожди. Хреново получилось. Да ладно, Фусро должно быстро восстановиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям перед ударом. Это мог быть последний удар по мне на самом-то деле. От стенку, стеной. И тебе все равно. Вот козел, а.
Ну давай. Оп, и проскочили. Аудилон. Что ты болтаешь? Я не знаю этого языка. Этот язык давно умер, ты в курсе? Так, кричи. Молодец. Стой, стой, стой. Стой, мы сейчас с тобой поговорим. Блин, я хотел туда. А, ну он и так умер. Этого хватило. На тебе напоследок. Все хорошо. Ну и быстро восстановление качать. У, ребятушки, да, под тема. Серьезный враг, хочу сказать вам. Серьезный. Что тут, эльфийский шлем? Ага, в сундучке. Эбонитовые перчатки. Ля-ля-ля. Солнце встает, и вы чувствуете слабость. Ой-ой-ой, я же заражен вампиризмом. Я же заражен вампиризмом. Быстро. Есть еще время снять болезни. Аркей мне поможет. Так, сразу хочу посмотреть, как в активных эффектах это выглядит. Уменьшенное здоровье. Сангвинария вампирис. Переходит в вампиризм. Но пора меня подлечить. Чем могу помочь? Подлечи. Выстрелены эти болезни. Магия. Есть. Все. Не стану я вампира. Спасибо, Аркей. Стир. С возвращением. Надеюсь, все прошло успешно. Все супер прошло. Останки по теме у меня. Великолепно. Если люди постараются, справиться можно с любой бедой. Я займусь освещением останков. И если Фолк забудет, солитьют у тебя в долгу. Передать Стиру останки по теме выполнено. Ну, супер. Кстати говоря, это так. По привычечке. Ладно, оставим старику его добро при себе. Так, теперь нужно по этой главной улочке пройтись до конца, до дворца. И Фолку Огнебороду рассказать о том, что мы такие все себя прекрасные, молодцы. Справились по теме и с ее мертвой армией. Фолк. Поспеши. У меня мало времени на мирские дела. Ты слишком дохера о себе думаешь, я не к тебе. У тебя дело при дворе? С потемой покончено. Это настоящий подвиг. Неважно, на чьей ты стороне в этой войне, потема опустошила бы всю страну, уничтожила обе стороны. Если бы не ты, произошла бы страшная катастрофа. И почему я не послушал Варния раньше? Я больше не повторю свои ошибки. Возьми свою награду. Ярл поблагодарила бы тебя лично, но она очень хочет сохранить пришествие Потемы в тайне. Не сомневайся, для всех нас ты спаситель Солитьюда. И всего Скайрима. 1800, щит Солитьюда. Спасибо, Фолк. О, пробуждение королевы волчицы. Выполнено. Что за щит для лучника и мага ты мне дал, друг? Щит. Спасибо, блин. Щит. О, великий спаситель. На. На, вещь, которой ты не будешь никогда пользоваться. Возьми ее от чистого сердца. Щит.
Кто ты, Кепл? Лучник-маг? Да? Спас мир? Да? Ну, получай щит. Ай. Ну, по крайней мере, как артефакт красиво выглядит. С волчонком таким приятным. На тыловой стороне. Оп. И мертв ты, друг. Понял? Испугался? Не стоит. Я сегодня с хорошим настроением. Пелагий Третий, иногда назовем Пелагием Безумным, был. Кем он был? Кем он был? Вы сами сможете прочитать.